Привет, друзья! Вот 10 веских причин, почему вам нужно завести котенка. Первое. Ваше сердце будет здоровым. Мурлыканье успокаивает и уменьшает уровень беспокойства и стресса. Второе. У вас всегда будет поддержка. В трудные времена коты помогают справляться с сильными эмоциями, такими как горе и печаль. Кстати, одно исследование показало, что эти животные – отличные слушатели. Третье. У вас наладится со свиданиями. 90% опрошенных женщин считают, что мужчины, у которых есть коты, более приятны в общении. Четвертое. Вы будете казаться еще умнее. В среднем у владельцев котов довольно высокий уровень образования. Пятое. Вы позаботитесь об экологии. Коты оставляют малый углеродный след и едят меньше, чем крупные животные. Шестое. У вас появится отличный партнер по жизни. Австрийские ученые обнаружили, что наличие домашнего кота сопоставимо с жизнью в компании романтического партнера. Эти животные знают, что такое нежность. Более того, они умеют ее возвращать. Седьмое. Вы докажете свою скромность. Да, хвостатые не отличаются легкомыслием. Они знают, кому доверять, а кому не стоит. Согласно исследованиям, люди, которым доверяют коты, скромные интроверты. Восьмое. У вас наладится сон. Интересный факт. Женщины лучше засыпают, если на соседней подушке спит именно кот, а не партнер. Девятое. Вы будете защищены от аллергии. Маленькие дети, которые растут в доме с котом, имеют лучшую иммунную систему и более защищены от аллергии. Десятое. Однажды кот может спасти вам жизнь. История знает много случаев, когда коты предупреждали о пожаре или утечке газа. Кстати, поскольку им нравится ловить крыс и других грызунов, еще они защищают от болезней, которые те могут принести. Теперь я подумываю о том, чтобы завести второго кота. Если вы обожаете животных, заведите хотя бы один мурлыкающий аппарат. Как видите, здоровью не помешает. А свое мнение пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.